Друзья, добрый день, мы на канале Бостон Техник. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас топливозаправщик ГАЗ-53. В отличном рабочем состоянии. Двигатель установлен новый. Наработка минимальная. Резина в хорошем состоянии. Цистерна объемом 4100 с чем-то литров. Более точного описания укажу. Резина в хорошем состоянии. Вся электрика исправна. Сейчас покажу состояние внутри кабины. Запаска есть. Друзья, кому интересно, обращайтесь. Звоните, пишите.